Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем на перекрестке улиц Воровского и Куликова. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, работники скорой помощи и наша съемочная группа. Легковым автомобилем «Лада Калина», за рулем которого находилась молодая женщина, был сбит 75-летний мужчина. По предварительной версии, дедушка переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. В железнодорожную больницу к травматологу его привезли с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. А как же переходил улицу? Здесь идти не положено. Выглядывай. Ну, там смотрел, вроде не видно. Женщина как раз впереди меня проходила.